Вот, друзья, мы в славном городе Рашка, что в Сербии. Вот здесь ресторан Мали Паш, рекомендую. Еще один ресторан Дольче Вита. И вообще, я не понимаю, откуда столько ненависти к людям из Рашки. Вот читаешь некоторые форумы, Рашка то, Рашка сё, расисты. Я вот не понимаю некоторых, особенно хохлы. Хохлы, скажите, за что вы ненавидите этот славный городочек маленький? Что в нем вас так достало? Пишите в комментариях.